Всех приветствую. В общем, давно не было про автомобили у меня, ничего, никаких видосов. Сегодня приехал в гараж пробовать подтягивать ручник на вот этом аппарате. Это у нас Hyundai Santa Fe 4-го года. Ручник вроде как он работает. Вроде как даже так подтягивает плотненько, но держит ужасно. Ой, вроде как подтягивает что-то, но машина останавливается не сразу. Точнее, не то, что останавливается, она... Ну да, останавливается не сразу. Плохо держит, в общем. Сейчас будем пытаться что-то сделать. Почитал в интернете, вроде как, если ручник хоть чутка схватывает, можно подтянуть трос ручника. Но если ручник не схватывает вроде как вообще, то надо лезть уже в колеса задние и подтягивать сами колодки там как-то. Ну, это тоже там читал. В общем, смотрим, что с этого получится. Получится ли вообще что-то. Так, для этого нам надо открыть бардачок. Вот он, бардачок наш. Достать отсюда эту... Ну, достать оттуда штуку, которая закрывает вот эти шурупы. Далее идем за крестовой отверткой. Взял крестовую отвертку. Одной рукой неудобно, конечно. Ну, что ж поделать. Ну, в общем, откручиваем эти два шурупа. Дальше включусь, покажу, что там да как. Так, шурупы откручены. Теперь нам надо переместиться на заднее сиденье. Так, вынуть пепельницу. Так, вынимаем пепельницу. Теперь нам надо достать вот эту хрень как-то. Так, мы эту самую шурупу-то открутили, она теперь должна достаться. Что, это тоже что ли надо вынимать? Так, ладно, сейчас выну, покажу как что. Ну, короче, вот, вынул я ее, она довольно легко вышла, двумя руками, просто аккуратненько на себя подтягиваете, и все. И она выходит, вот такая вот штука. И далее нам открывается такая картина. В общем, вот такой вот коврик. Поднимаем его полностью. И вот он, тросик ручника. Да, неудобный этот коврик, тут, блин, никуда его не зафиксировать. Ёшкин кот. Так. Да, далеко он там. Надо подтягивать, в общем, вот эти вот гайки. Вправо подтягиваешь. Натягивается трос, влево ослабляется. И держать вот ту маленькую гаечку ключом. Ладно, сейчас не снимать не получится мне. Ну, в общем, принцип работы понятен. Иду за ключами, подтягиваю, собираю все в обратном порядке и проверяю ручник. Ну и показываю вам соответствие. Так что погнали. Для сие действия нам понадобятся ключи 12 и 10. Чтобы открутить прижимную гайку, первую, которая удерживает вторую гайку, которая затягивает уже. Оттуда я не знаю вообще, как я подберусь. Ладно, покажу, что получилось. Ну что, друзья, вроде как получилось. Ручник стал не 5 или 6 щелчков, сколько у меня было выдавать, а 3 с натяжкой. Но только очень неудобно крутить и держать вот ту дальнюю гаечку. Вот, неудобно. Короче, парился, мучился, кое-как натянул. Руки себе чутка ободрал вот об эту штуковину. Вообще она тут, конечно, очень сильно мешается. Ну, в общем, я доволен. Сейчас собираем все обратно. Так, как тут это все было сделано, вот так вот ставим. Чик. Можно задвинуть. Одной рукой попробую сейчас. Так, сейчас.
одной рукой, короче, не получится. Да, ребят, ничего сложного, короче, сначала засовываете вот эти три язычка под вот эту штуку, а потом вниз туда задвигаете и все. Так, ставим теплицу. Во, все. Ну и закручиваем два шурупа, которые тут. Так что, друзья, вот так вот получилось вроде как. Работает ручник теперь. Как должен работать. Все. Кому было интересно, кому полезно, ставьте лайк, подписывайтесь. Будет еще много интересных видосов с этой тачкой, скорее всего. Всем пока, всем удачи. Ну, за место 5 щелчков, что у меня было теперь, вот раз, два и третий уже в натяжечку. Все. Дальше никак. Вот. И как бы я уже пробовал, машину заводил. С натянутым ручником она не едет. А до этого ехала за всю фигню. Ладно, всем пока.